Главные экономические тренды, интересы казахстанских потребителей и рецепты экономии ваших денег в информационной программе «Народная экономика». Здравствуйте! И сегодня в программе: сколько стоит забытый багаж? Имеют ли право охранники магазинов обыскивать наши сумки? И какие ошибки совершают водители при ДТП? Коротко о самых интересных событиях в экономике Казахстана и мира. В Казахстане приняты поправки в закон о бытовом насилии. Главное изменение – ужесточение наказаний за правонарушение. Вместо штрафа агрессору грозит административный арест, а потерпевшим окажет помощь, независимо от места проживания. О том, что еще касается интересов наших граждан, далее. Когда все дома? В Казахстане процедура усыновления детей-сирот может упроститься. В Генеральной прокуратуре предлагают уменьшить количество разрешительных документов для ближайших родственников. А вот нерадивых усыновителей намерены лишать прав на ребенка за непредоставление отчетов. Польская авиакомпания организовала оригинальный аукцион. Лотами стали утерянные вещи. Таким образом, перевозчик решил вопрос с утилизацией забытого багажа. Участникам необычной распродажи приходилось приобретать чемоданы, ориентируясь на их внешний вид. Открыть сумку разрешалось лишь после оплаты. Средняя стоимость лота – около 84 евро, а максимальная цена – 144 евро. Это были самые интересные на сегодня экспресс-новости рынка. В следующую минуту рубрика «Потребители закон» для тех, кто на страже своих прав и интересов. В каждом крупном магазине, супермаркете и торговом центре есть охрана. Что неудивительно, владельцы беспокоятся за сохранность своего товара. Да и посетители бывают не всегда чистые на руку. Но иногда секьюрити проявляют излишнее рвение. Как сотрудники службы безопасности мешают добропорядочным клиентам? И можно ли найти на них управу? Ответы на эти вопросы далее. Многие из нас сталкивались с подобными требованиями на входе в супермаркет. Кто-то предпочитает не спорить и демонстрирует содержимое сумки, а кто-то задается вопросом, насколько правомерны такие действия. Ведь, несмотря на внутренние требования магазина, это прямое нарушение ваших прав. Согласно статье 626 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, досматривать ваши личные вещи можно только если вы нарушили закон. Но делать это должны полицейские, военные, работники пограничной службы Казахстана, судебные приставы и другие лица, состоящие на службе у государства. Принуждать вас к досмотру ваших вещей не имеет права. Если же есть подозрение, что вы совершили какое-либо хищение, например, сработала магнитная лента при выходе, либо же есть видеозапись с камер, то в этом случае охранники могут вас задержать до приезда правоохранительных органов. Если у вас есть свободное время и вы хотите разрешить конфликт по закону, настаивайте на вызове полиции. Досмотр личных вещей производится только ими и лишь в присутствии понятых с составлением протокола. В случае, если подозрения охранников не подтвердились, требуйте извинений. Интересный случай. В России одна из покупательниц супермаркета была так возмущена действиями охраны, что обратилась в прокуратуру. По словам женщины, ее обыскали с нарушением всех правил, без свидетелей и протокола. Прокуратура признала ее претензии обоснованными и выписала нарушителям штраф. Отстаивайте свои потребительские интересы с народной экономикой. Далее в программе спорный вопрос. Как правильно вести себя при ДТП? Неприятно, но факт. Дорожно-транспортное происшествие может попасть каждый. Порой удается решить проблему мирно, а иногда водители вовлечены в настоящий конфликт. Как вести себя в подобной ситуации? Можно ли минимизировать моральный и финансовый ущерб? Ответы на животрепещущие вопросы в следующем сюжете. Одна из самых грубых ошибок водителей – смена локации. Ни в коем случае не покидайте место происшествия. Машину тоже лучше не передвигать. Так вы автоматически лишаете себя доверия со стороны правоохранительных органов и снижаете достоверность замеров, которые проводят сотрудники полиции. К тому же, не торопитесь давать свидетельские показания по горячим следам. Первая и одна из основных ошибок, которые делают люди, это пытаются договориться на месте, да? Она выливается боком. То есть в практике есть немало случаев, когда люди на месте договариваются, да, то есть отдают какую-то сумму денег,
другому человеку, который участнику ДТП, и уезжает с места ДТП. Тот же человек, то есть, который был не виноват, едет в ГАИ, тут же пишет заявление. Если вы отдали какие-то деньги, надо получить как минимум какую-то расписку. При ДТП необходимо позаботиться о наличии свидетелей. Ими могут стать прохожие и водители других авто. Очевидцам нет необходимости ждать приезда полиции. Достаточно, если вы возьмете их контакты и в случае необходимости попросите дать показания. Желательно телефоны очевидцев, возможно, получение видеозаписи, сделать это все в ближайшие 20 минут после ДТП, максимум 30. Очевидцы после этого разъезжаются. Не факт, что вы потом получите какую-либо видеозапись. Хотя бы взять телефоны тех, у кого есть видеорегистратор. Может быть, какая-то видеозапись, та же, допустим, тоже ДТП, попала на видеорегистратор. Специалисты настоятельно рекомендуют известить о происшествии свою страховую компанию. Дожидаться на месте аварии и ее сотрудников не обязательно. В течение 3 рабочих дней вы можете позвонить в организацию. Вас должны проконсультировать, как вести себя дальше. Также в спорных ДТП можно обратиться к специализированным юристам, автоадвокатам. Интересный факт. Самая дорогая авария в мире произошла в Японии. На горной дороге столкнулись 14 автомобилей класса люкс, а общая сумма ущерба составила около 12 миллионов долларов. Виновником произошедшего стал водитель одной из машин. Его и обязали заплатить остальным пострадавшим компенсацию. Далее в программе «Экономика в цифрах». Сколько легковых автомобилей приобрели наши граждане в прошлом году? Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. За прошедший год в Казахстане зарегистрировано почти 700 тысяч легковых машин. Почти 97,5 тысяч автомобилей приобретено жителями Алматы. В Южно-Казахстанской области этот показатель ниже – около 94 тысяч машин. Третье место занимает Алматинская область – 80 тысяч легковых авто. На четвертом месте – Астана. В столице куплено 62 335 единиц транспорта. Замыкает рейтинг Восточно-Казахстанская область – почти 50 тысяч автомобилей. А теперь самая полезная рубрика «Рецепты экономии». Сегодня узнаем, как сэкономить на покупке автосигнализации. Предупрежден, значит вооружен. Каждый владелец автомобиля старается оградить себя от недоброжелателей. Самый очевидный выход – установка сигнализации. Однако сложно сделать выбор, если вы не специалист. Как выгоднее обезопасить свое авто? И что необходимо знать при покупке? Подробнее об этом в следующем сюжете. Основные функции сигнализации – оповещение об опасности и наблюдение за машиной на расстоянии. Под эти параметры подходит двусторонняя система стоимостью около 20 тысяч тенге. У многих сигнализаций есть функция 3D-датчик наклона. У вас будет показано то, что, например, колеса снимают, либо у вас повреждена дверь. И именно с какой стороны дверь повреждена, у вас будет показано это. Самая простая и недорогая сигнализация – односторонняя. Ее цена от 6 тысяч и выше. Такая система не имеет прямого канала с хозяином, а об угрозе извещает звуковыми и световыми сигналами. Старые сигнализации, они уже изнашиваются. С каждым годом сигнализации стоит приобретать более новые, потому что технологии не стоят на месте, и с каждым годом крупные компании сигнализации, автосигнализации, они изобретают какие-то новшества. Специалисты советуют устанавливать сигнализацию в автосервисе. В среднем работа занимает 2 часа, а стоимость может колебаться от 6 до 50 тысяч тенге в зависимости от вида защиты. Чтобы полностью обезопасить автомобиль, сигнализацию можно дополнить иммобилайзером – противоугонной системой, которая позволяет завести машину только владельцу. И напоследок, санэпидзаключение на проекты, продукцию, работы и услуги теперь можно получить в центрах обслуживания населения Казахстана. Также услуга предоставляется на сайте электронного правительства. Раньше для аналогичной процедуры необходимо было обратиться в Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Не забывайте о своих финансовых возможностях и интересах. Всего доброго!